Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Legends of Grimrock, Legend of Grimrock, то есть почему-то я говорю во множественном числе постоянно. Мы находимся все так же на третьем этаже, и у нас все так же проблемы. Местное паучье просто домогается до нас и разделывает под орех. При том, что в принципе я с ними со всеми справляюсь, и даже два из них не так уж это и страшно. Ну то есть убьют, конечно, но убьют быстро и безболезненно. Короче говоря, в принципе, что-то у нас да получается. Вон там за поворотом у нас паук, насколько я слышу. Дальше туда мы еще не ходили. Так что, собственно, сейчас мы и будем разбираться со всеми этими проблемами. Разгребать, как говорится, тут по-другому не назовешь. Так, ладно. Секретиков давно не было. Может, я их, конечно, не замечаю, но... Просто я все стены вот так осматриваю, никаких выступающих деталей на них нет. Так, надо бы, кстати, фонарик опять. Ну какой фонарик, ну? Фонарик. Да блин. Вот так. Короче, давайте начинать. А, здесь у нас ничего. Даже начинать-то нечего. На стене кто-то есть. У нас новый ящик. В ящик мы можем сложить. Так, у тебя уже есть один ящик. У тебя тут что? У тебя тут ничего. У тебя что? У тебя ничего. У тебя ящик. У тебя в ящике всякие драгоценности лежат. Давайте мы к нему туда положим. Череп, мало ли что. Пусть тоже лежит. Так, вот сюда. Хорошо. Ну и что, это все? Я бы не сказал, что это очень полезно, потому что я эти ящики не особо-то ценю. И никаких нажимных пластин, ничего тут нет. Так, кстати говоря, я забыл серию засечь, когда начал записывать. Ну, теперь засек, все, можно продолжать. Так, что еще тут есть? Еще тут у нас есть куча разнообразной говнины, которая меня не радует. Допустим, но я их тоже не радую, так что у нас это взаимно. Нам, похоже, нужно двигаться куда-то туда, а тут у нас пауки шебуршатся. Пойдемте поздороваемся. Ага. Ой-ой-ой, сколько у вас тут. Но по одному за раз, если драться, то все у нас получится. Поэтому давайте приступать. Нравится мне такие места, можно закрыть дверку, отдохнуть, подумать о вечном. Так, подожди. А, да закрой ты, мать твою! Ох, пока я, блин, твою мать. Ну что ж такое? Так, давайте, знаете что, прервемся. Нет, давай уж мы тебя, скотинушка, убьем сначала, а потом прервемся, и я сбегаю назад к лечилке. Или даже не прервемся, то есть я вам покажу путь, а то многие уже, наверное, забыли, как там выглядит наш лечильный камень. В принципе, это недалеко бежать, то есть где-то минута займет дорогу туда-обратно. Но сначала мы вот с этим вот ублюдком разберемся. Хорошо, Ван Дам получил уровень, которые, я думаю, я потрачу на огненные заклинания. Так, давай пойдем. Да, блин, хватит лбом стучаться. Ой, куда я пришел? Ой, ой, ой. А где я оказался? Ладно. Хорошее начало. Ой, блин, так. Где я нахожусь? Я определенно зашел куда-то. Но вот тут я понимаю, что вот, вот он я, вот тут вот и я нахожусь, да, это вот как бы... Блин, сейчас дайте собраться с мыслями. Я же вроде назад пошел. Как вообще это все? Так, ну тут мы... Тут нам брать нечего. Тут мы это еще раз поломаем. Тут у нас лежит ящик. И куда я в прошлый раз? Я куда-то вперед, видимо, пошел. Давайте возьмем ящик. Пусть он будет у тебя.
Да пойдемте еще раз разбираться. Чуть-чуть это как-то вообще непорядок. Нельзя же так по-скотски. Так, так, так. Оно уже давно разломалось на запчасти. Так, те со спины, я надеюсь, не придут, потому что их ничего не сдерживает. Блин, мне уже кажется, что они... У меня боязнь, это арахнофобия, скоро уже разовьется в полной мере. Потому что таких мерзких пауков, по-моему, даже в Скайриме не было. Так. Ну, давай. Чё-то ты посмотри, я не знаю, что они делают, но теперь они, блин, тебя начали разбирать. Да что ж происходит? Чё ж со мной так? Так. Лук пока я ему вообще применения не вижу. У Сталлоне, то есть лук. Ну зачем он нужен? Стрел у меня 5 штук, по-моему, всего. Они все какие-то разные, конечно, но какая польза от них? Особой пользы от них я не заметил. Так, хорошо. Сейчас восстановится. Ой, нет, это явно не к добру. Блин, да что ж такое? Что ж... Все не... Как-то, блин, сегодня все не так. Как-то прям с самого начала пошло. Так, кстати говоря, сигалка-то нажрать хочет. Причем неистово хочет. Не хана. Как-то все не так сегодня. Как-то не по маслу. Ну, что за день-то такой, а? Так, ладно. Я точно могу сказать, что мне сейчас нужно. Во-первых, нужно... Да откуда вы беретесь? Вы... Откуда вы беретесь? Откуда вы тут беретесь? Откуда? Так, чуть-чуть передохнуть. Они сейчас оттуда обойдут. Откуда они взялись? 2 штуки. Я же там все зачистил, там их не было. Эти ловушки меня не радуют. Так, хорошо, Сигал, давай ты пожрешь что-нибудь у нас, пожалуйста, уже. Давай. И теперь давай мы по-новому полечимся. Так, ладно, мы опять где-то здесь. Я надеюсь, больше врагов не появится. Откуда взялись те 2 паука? Просто вот так давайте помыслим. Видимо, мы там дергаем, когда цепочку, где-то еще дверь открывается, и сзади у нас появляются новые враги. Я просто не понял. Вон, видите, бегут. Откуда они взялись? Я здесь все излазил уже. Откуда было взяться? Отлично. У Сталлоне новый уровень. А у Виллиса яд. Хорошо. Блин, с этими врагами мы еще настрадаемся, я так понимаю. Я не уверен, вот если я сейчас начну швырять разнообразные сюрикены, они будут тратиться, нет? То есть они будут оставаться в теле врага, или я их смогу потом подбирать? Скорее всего, не смогу, поэтому, блин, просто Сталлоне у нас как полноценный персонаж, он не используется особо. Он долбит своим копьем заднего ряда. Но, кстати, жрать хочет. Копьем-то долбит, но он же все-таки не про это маленько. Ой, не знаю, короче говоря. Может его вперед поставить? Так, все, у тебя яд прошел, да? Хорошо. Так, подлечились. Давай, Сталлоне, посмотрим, что тебе можно сделать. Миссайл, метательная. Нет, ты все-таки давай мы тебе метательную будем прокачивать. Миссайл. Блин, защита бы у него получше, конечно, была бы. Да его особо и не бьют. Вороты. Кинжалы. Ну, кинжалы, в принципе, давайте кинжалы прокачаем на самом деле. Потому что если, допустим, Сигала убьют, его можно будет переставить в передний ряд. И он сможет с помощью своих ножичков... показать всем козьи рожи. Вот так вот. Вот так, пусть пока.
Ну и что, вроде все. Больше нам... Так, отдай это ему. Даже не знаю. Сохранимся. И сейчас, я думаю, мне нужно огонь еще прокачать. Где-то вот так вот, вот прям на 10. Почему бы и нет? Силу Вандаму дали плюс 1. Зачем ему сила? Подожди, я же тут был. Откуда вы тут взялись вообще? То есть, подожди. Или меня тут не было? Да был я тут. Я тут ящик брал. Нет? Или я совсем уже запутался? Ну-ка. Ну, был. Да, был. Откуда вы тут взялись? У меня мозги внутри. Да, я упал, сам себя распознал, как обычно. Я такой, я могу. Да, отлично. Так, продолжаем. Я загрузился, убил его. Чтобы вам не смотреть, это натурально, сегодня какое-то избиение меня. Я больше никогда не буду такой упаханный садиться за игру. Даю вам честное пионерское, хотя я в пионерах не был. Но тем не менее. Короче, когда мы его убили, он нас дал вот такой ключ. Прямо из него выпал. Он его, видимо, съел. Не знаю. Ладно, давайте двигаться дальше. Я пока не понимаю, что происходит, откуда берутся эти враги. Они респаунятся, что ли, или что. Но как бы там ни было. Двигаемся в ту сторону, куда давно хотели. Блин, чё же вас тут так много-то, а? Тихо, подожди. Секунду. Перерыв, братень, перерыв. Так, продолжаем. Все-таки успевает. Я хотел попробовать вообще, чтобы он не успевал меня ударить. Ну ладно. Нет, так нет. Так. Что-то резвый-то такой. Отдыхаем. Лучше отдохнуть, чем сдохнуть. Так, по-моему, будет более верно. Так, хорошо. У Сигала прошел его... Его отравление прошло. Ван Дам у нас хочет кушать. Давайте дадим Ван Даму пожрать. Жатвы что-то становится все меньше и меньше. Скоро мы, похоже, все с голода помрем тут. Так, давай. Хорош. Магия все-таки неплохо действует. Ох, ёлы-палы. Я думаю, это небольшая комнатка. Ладно. Блин, ой, наберемся проблемы. Вернее, не оберемся. Я что-то и несу сегодня не то. Да. Так, ну что. Продолжим. В том же духе. Топорик бы уже получше найти. Давай. Пока не поедем. Ладно, бережем своих. Короче говоря. Готов. Ты у нас все еще под действием яда. Но я думаю, скоро это у тебя пройдет. Так, сохранимся. Когда же живой уровень закончится, елы-палы, мы... Вот тут у нас выход. Мы уже сколько обошли, это же обалдеть просто. Это ненормально. И куда этот золотой ключ применить? Даже не знаю. Так, ты как, приходишь в себя, нет? Помаленьку коцается. Ну ладно.
По стенкам ничего не видать. Неужели нам сюда нужно идти? А там тогда, где факел был, там у нас что? Здесь у нас очередная дверь. Еще дверь? Да офигеть. Вы натурально издеваетесь надо мной. Так, хорошо. Давайте Вильс чуть подлечимся, а то он задолбал уже харкать кровью. Все, пришел в себя. Ну, вот эта дверь, я так понимаю, она ведет примерно туда же. Куда я и говорил. Вроде спокойно. Да, она именно сюда и привела. Надеюсь, новых не отреспаунилось. Я не понял вообще, что это было. Это у нас что? Щит. Он что, лучше, нет? У ворот 7. У ворот 5. Да, очевидно, лучше. Хорош. Хоть что-то полезное за последнее время. Ну, видимо, нам только сюда и остается. Так, сохраняемся. Сейчас у нас опять, похоже, будет боль. Страшная, страшная попа боль. А это что такое? Ладно. Сюда, видимо, что-то вставить нужно. Ага, понятно. Так, и что мне тут сделать? Эта дверь, похоже, у нас уже не обязательная. Нам нужно возвращаться назад вот с этим ключиком, который у нас есть. Потому что там такие ворота, я припомню. Но мне бы хотелось разгадать эту головоломку. Еда, это хорошо. А то на... Да блин. А то еды у нас в последнее время маловато, что-то достается. Тебе глаза не нужно вставить? Вроде бы нет, у тебя с глазами полный порядок. Так, ладно, хорошо. Так, сохраняемся. Почаще сохраняемся. И мы выходим к концу этого уровня. Да не может быть. Ой, какая прелесть. Для чего же тогда золотой ключик? Ну-ка. Ну да, как я и думал, только я думал, они обе. Ух ты. Защита 4, защита 6, защита 8. Защита 1, защита 4. Ну что ж, пригодится. Так, давай. Надевай вандамушка. Посмотрел бы я на вандамушку в такой броне. Так, и что за свиток? А, я нашел лучшую броню, поэтому я оставляю свое старое оборудование здесь. А, жалко, что... Так, короче, кому-нибудь наверняка оно пригодится, он говорит, поэтому я оставлю здесь. Понятия, говорит, не имею, как открыть дверь, тем не менее. И зовут его Туриум, по-моему, очень мелкий шрифт, я его не вижу. Он, видимо, про эту дверь говорит. А вот и золотой ключик, куда пригодится. А, вот куда он пригодится. Хорошо. Сохраним. Это у нас из паучка выпало, который отреспаунился по непонятной причине. Так, новые башмаки. Защита 6, защита 4,
Блин, лучше бы тебе надеть, потому что ты у нас огребаешь по большей части. Но у тебя тут защита холода. Давайте, пускай так будет. Так. Это тебе. А эти магические. Так, тут защита один вообще. А ты у нас вообще в каких-то сандалиях. Давайте Ван Дамму наденем эти сапоги. Так, хорошо. Ой, блин. Так, полезно. И все? Ага. Блин, жалко, у нас Мэйс никто не прокачивал. У Уиллиса более-менее с этим делом. Сила атаки 14, потому что у нас 3 на Мэйсис и 8 на Сворд. Эх, блин. У нас меч, конечно, неплохой. Тоже 14. Ну ладно. Этого 11, но мы ее качали, у нас 8, а тут 0, поэтому лучше ей будет пользоваться. Поэтому мы давайте-ка оставим следующим путешественникам, которые сюда попадут, возможно, им пригодится. Верно? Будем добрыми в этой игре, у нас же не поп-коп все-таки. Оставим вот так. И все, хорошо. А тут сзади, конечно, была дверь неплохая. Да ладно. Так, что там по времени у нас? По идее, пора бы заканчивать. Ну, давайте маленько осмотримся на следующем этаже. Мы спускаемся на этаж 4. Если на третьем этаже нас так рвали, я представляю, что будет на четвертом. А сейчас я, скорее всего, на ту нажимную пластину наступлю. И отовсюду попрут враги. И дверь сзади закроется. Я правильно понял? Ну да. Охренеть. Так, подожди. Подожди, дорогой. Типа боссы какие-то, или это обычные враги здешние? Не хочу знать. Да, бляха-муха. Что ж в этой игре все так сложно, да? Так, готов. Это было довольно просто. Несмотря ни на что, они очень неповоротливые. Очень уж неповоротливые. Мне с двумя пауками драться было сложнее, чем с двумя этими. Я не знаю, скорее всего, они не боссами. Так, давай. Готов. С тебя ничего не выпало? Смотри, а что-то выпало, да? Так, выпало много жатвы. И выпал железный ключ. Кстати, давайте пожрем. Кто еще хочет кушать? Ты еще хочешь кушать? Тебе дадим пожрать. Ты хочешь кушать? Не особо. Тоже не особо. Отлично. Ну, в целом могу сказать, что я вспомнил, мне говорили про этих двух, типа, это мини-босса в начале 4 уровня. С ними, типа, будь осторожен. Но я не могу сказать, что это было слишком уж сложно. Если бы тут было два паука, то я бы, скорее всего, огребся гораздо сильнее. Но, тем не менее, справились нормально. Сейчас мы поспим. Да, в принципе, я думаю, завершим эту серию. Или еще одну заснимем. Вообще, мне нужно бы отдохнуть. Как вы видели, в этой серии я просто рекордное количество раз ложал. Но я не знаю, может попробовать еще одну записать, потому что хрен знает, какое время потом будет. 4 прохождения все-таки жрут довольно много времени. Ладно, как бы там ни было, давайте завершим на этом эту серию.
А там уже я посмотрю, то ли отдохну, то ли запишу еще одну. Как-нибудь разберемся. Короче говоря, надеюсь, вам понравились мои мучения. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.